어때요? Ребенок уже третий год. И хочу сказать, что футбол это, конечно, очень хорошо для ребенка, потому что это командная игра. Они учатся дружбе, учатся взаимопомощи, взаимовыручке. У нас нет головной боли о том, что там на улице дождь, снег. Манеж теплый, отапливаемый. В общем-то, нас, конечно, это очень устраивает. Просто сколько хожу к тренеру в батарее, он меня там хвалит, что я правильно все делаю. Все нравится ему где-то, наверное, 3,5 года. А что больше всего тебе нравится в этом? Ну, спасать команду в опасных моментах. Жаузиньо. А почему? Ну, он быстрый, он красивые голы забивает.